Вот такие нехитрые действия мне приходится периодически делать. Что именно и как я делаю, я вам сейчас расскажу по порядку. Но это требуется, я думаю, такие действия должен делать каждый кроликовод. Пусть в большом масштабе, пусть в маленьком, это без разницы. Друзья, вы в гостях у дяди Саши. Поговорим сегодня о поении. Мы пытаемся сделать хорошие условия для кролика содержания. Мы делаем систему поения, у нас уже не мисочки, мы делаем бункерные кормушки, у нас уже не какая-то миска прикреплена в клетку, где мы сыпем корм, и кролик там может горнуться. Мы делаем вроде бы такие удобные для него и для себя условия, но не будем забывать, что мы делаем также благоприятную среду для разных микроорганизмов, для различных скоплений болячек. Поэтому все-таки приходится эти условия еще модернизировать, а точнее все-таки обрабатывать. Вот в любой системе поения, думаю, кто если когда-нибудь разбирал из кролиководов или птицеводов систему поения, то вы видели, что там происходит. Вроде бы вода чистая, из-под крана наливается в емкость, емкость закрыта, туда нет ни мухи, ни комара доступа, но открываешь, а там бывает и вода желтая, и налет различный, и представьте, что тогда еще творится в трубе. Но самое главное, чем может быть опасен наш трубопровод, ниппельная система ниппельного поения, в трубе, вы сами понимаете, это одна единая система. И если у вас огромное расстояние, то у вас может кролик в первой клетке чем-то приболел, или мало ли какие-то симптомы у него первые, которые вы не заметили, он пьет воду, ниппель все-таки это без давления здесь, он пьет, и вдруг у него слюна, вода попадает в систему, и это все идет у вас по системе. Поэтому периодически нужно систему промывать. Однажды я делал видео о том, как собрать систему ниппельного поения, какие трубы используются, какие заглушки, для чего краны. Это видео, сегодня углубляться в это не буду. Если хотите, можете вот это видео как раз и посмотреть. Будет или в описании, или в первом комментарии. Обязательно зайдите и посмотрите. Как вы помните, в этом крольчатнике я его запустил осенью, поставил вот такие бачки. Многие интересовались, зачем, ну неудобства какие-то, многие смеялись, некие туалеты. Но в самом деле я вам сейчас покажу все преимущества этих бачков. Почему я именно так сделал, почему наставил столько много кранов, почему это все здесь сейчас именно вот расположено так. Как вы видели, я уже перекрыл воду. Она мне не нужна, бачок у меня уже пуст, я слил всю систему, система у меня снимается, также я могу убрать. В данный момент выглядит у меня бачок вот так. Как вы видите, вода поступала сюда из системы, но посмотрите, какой налет. За 4 месяца я не промывал систему, а сейчас я вам это показываю, что творится. Конечно же, вся такая труба, она и внутри, а это значит, что разные болячки и бактерии рано или поздно придут и накажут меня и моих кроликов. Вот для этого все мои бачки, все мои везде съемные я могу снять. Сейчас я это все промою и тогда уже займусь трубой. Вот такая водичка, как видите, просто с одного бачка. При этом, я думаю, все то же самое у нас находится в трубе. Вся эта дрянь. Поэтому вымываем. Поплавочки, которые я делал, работают. Работают изумительно, мне устроило. Я все время вижу, какая высота, уровень какой воды. Это хорошо. Сейчас я это все протру,
и займемся с вами уже за чистку самой системы. Вот здесь уже интересно, кто никогда ни разу этим не занимался, для тех, я думаю, будет информация полезна. А кто занимался, я думаю, напишут в комментарии свой опыт и чем промываете. Очень интересно. Особенно промывать обязательно нужно, если в систему добавляются различные препараты. Начиная от антибиотиков кто-то добавляет. Если вы также пропаете молочной кислотой, это также нужно промывать, потому что кислота убивает бактерию, которая содержится в воде, и она, наоборот, делает сгустки. Все это остается в системе. Я раньше мог просто продавливать систему под давлением, воду включал и продавливал. Сейчас я именно дезинфицирую, потому что дезинфекция системы и просто промывка – это разные вещи. Друзья, для тех, кто хочет мне сразу написать комментарий, а может быть уже и написали, что раз такая вода, значит нужно ставить фильтры. Честно я вам скажу, мне больше делать нечего, чем вот еще и фильтры ставить, а потом еще покупать фильтры, а потом еще менять фильтры и все равно потом мыть бачки. Поэтому чуть-чуть уменьшаем платформу своей работы, ну и до минимума, хотя бы до минимума, а максимум он сам всегда получится. Бачки у нас помыты, стоечка тоже. Все подготовили, а теперь самое главное помыть саму систему. Здесь у меня помещение не длинное, тут всего вмещается две там с кусочком клетки, поэтому я думаю, тут грязи не будет, будет немного. Но в другом помещении, где я сейчас буду мыть, там уже зациркулировано, там сделана одна сторона и другая. Я так сейчас не делаю, делаю конечную и кран. Чем же я буду мыть? Вот применяю вот такой препарат. Как здесь написано, это комплексное дезинфицирующее средство для дезинфекции объекта ветеринарного надзора. Ну, сами понимаете, водичка-системка это у нас и есть. Препарат вот такой, 50 грамм, идет на 5 литров воды. Тут так и написано, для приготовления 5 литров 1% рабочего раствора. Ну вот я этот пакетик добавляю на 5 литров. Порошочек вот такой, какой-то розовый у него цвет. Сейчас я это размешиваю хорошенечко, перемешиваю. Бачки теперь я повешу на свои места. Закручу систему, не полностью, но закручу. И налью туда этот раствор, для того, чтобы пробежалась у нас эта водичка по системе. В дальнейшем мне потребуются вот такие нехитрые устройства. А все это для того, чтобы крольчатки наши не пили эту гадость, химию, дрянь. Я не знаю, как правильно ее назвать, но я думаю, все подходит для этого. И пока сейчас у нас здесь будет в трубе вот эта водичка, кролик не должен ее пить. Потому что заливаю я сейчас где-то на полчаса. И после этого только буду сливать, прочищать водичкой и в дальнейшем налью чистую воду. Так как у нас здесь 5 литров, а в систему сюда всего влезет 1 литр от силы, я сейчас это все продавливаю, пропускаю, какая вода там осталась. Сейчас как пойдет розовенькая водичка системы, то я знаю, что система уже, труба заполнена. Ну вот так сейчас у меня системка постоит в течение получаса где-то, и я буду сливать воду. Когда я воду солью, я просто в бачок наливаю чистой воды, прогоняю уже чистой водой, и даже не снимая бачков, я наливаю уже чистую воду, все подключаю, и у меня система готова. Как вы видите, удобно, если сверху клетки просто лежит труба. Просто я могу вправо, влево, я сейчас солью и положу ее назад. Не буду ничем не крепить, труба будет сверху лежать. Кролик свободно пьет из ниппеля. Так, прошло у меня полчаса, даже побольше уже. Воду сливаю. Как я вам сказал, говорю, тут всего, ну, недолго. Плюс я еще не использую никакой сейчас ни кислоты, ни кальцидиостатики воду, ничего не использую в систему. Чистая вода. Ну, мне так кажется, что она чистая, а в самом деле вы видели. Сейчас я эту всю воду сливаю. Все, что там есть дрянь, она выходит. И в дальнейшем я прогоняю, как я сказал, водичкой. Закрепляю. И малыши у меня пьют чистенькую водичку. Ну, может, в течение полмесяца, но пьют.
Ну, а теперь информация для тех, кому лень заниматься всякими препаратами мыть, то это делается проще. Вот так. Или делается это через шланг, или делается напрямую к системе. Аля. Сейчас это все промоется. Здесь под напором уже вода. Чуть прогоню. Все. Если вы поили молочной кислотой или еще какой-нибудь гадостью, то как раз все эти сгустки, вся эта дрянь, они очень хорошо выйдут. Вот такая чистенькая водичка у нас теперь в системе. И мы это знаем, мы в этом уверены. Мы теперь знаем, что наш кролик будет пить чистенькую водичку, а не какую-то грязную, которая со временем скопила всякую нечисть там. Конечно, камера это не передаст, но все-таки вода была, когда спускала, у нее прям желтый цвет, прям яркий такой желтый цвет был. Но здесь уже, конечно, это не передаст, но какие-то крупинки, частички, все это мы выдавили с системы. Ну что, друзья, я перебираюсь во второй крольчатник. Думаю, вам повторять мне все это то же самое не стоит. Поэтому, если была информация хоть немножечко полезна, то тогда комментарий, лайк, ну и подписка, конечно же. Все, друзья, пока, вы были в гостях у дяди Саши. Пойду дальше чистить, тут больше рядов.